Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы слушаем Дору. Новая песенка называется «Лучше тебя», друзья мои. Напоминаю вам о том, что мы есть в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте, что у нас есть, что я есть на Литрес, а Максим, и у Максима есть игровой канал. И все-все-все у нас это есть. Заходите к нам на огонек. Ну а пока вы туда чапаете, мы слушаем Дору. «Лучше тебя» называется трек. Забыл, где он тащил, что он носил, до того, как он встретил меня. Ей не нравишься ты, она любит теперь то, что когда-то сделала я. Ах, ну как же так, встретились глаза, ты отводишь взгляд, ведь боишься признавать тот, с кем я сейчас, всем лучше тебя. Моя любовь здесь. Когда девочки так себя ведут, это значит, что они любят. Лучше тебя, но я буду с кем-то, кто лучше тебя, лучше тебя, лучше тебя. Мальчик забыл, как он любил, как он носил меня на руках, и сколько сил он положил, чтобы быть со мной не только в мечтах. Ну как же так? Ты отводишь взгляд, ведь боишься признавать тот, с кем я сейчас, всем лучше тебя. Моя любовь сделала лучше тебя, лучше тебя, лучше тебя. Но я буду с кем-то, кто лучше тебя, лучше тебя, лучше тебя. Моя любовь сделала лучше тебя, лучше тебя. Ей надо было подойти с кем-нибудь еще поцеловаться, назло. Видишь, какой? Она его любит, а он вон какой противный. Все? Даже не встретится? Вот, сидит, грустит. Не, это другой. Вот, друзья мои, не надо, вот все любят паразита, все любят, когда чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Вот. Если мужчина начинает там это вот так вот себя плохо вести, женщина думает, как так, он меня любил, меня добивался, теперь такой паразит, взял и меня бросил. Ей обидно не от того, что она, может, его и не любит, но просто ей обидно, что вот он любил, а тут вдруг выбрал какую-то другую. И вот эта печалька ее и печалит. Вот. Поэтому, и они не смотрят по сторонам, что где-то ходит одинокий воин, который, возможно, ее любит и будет любить гораздо честнее, чем тот, на кого она запала. Поэтому, девочки, прежде чем кидаться на бывших парней, оглядитесь по сторонам, может быть, где-то рядом есть тот, который действительно вас достоин. Вот такая. А лично для Доры это заводские мужики. Они да? Ее очень любят. Ну, а что? Она, кстати, выглядит такая достаточно просто. Она такая простая девчонка-то. У нее понтов. Есть люди, на которых видно вот эти понты. Да, вот инстасамка такая вся понтовая. И попа у нее круглая, и сиси у нее там квадратные. Вот.
А это такая простая девчонка, поэтому говорю, она так себя. Заводские мужики очень любят дорого. Чем проще женщина, тем лучше. Так, ладно. Ну, давайте оценим ее песенку. Ну, я вот как бы дуру всегда никогда серьезно не воспринимаю. Видимо, я тоже как заводской мужик. Наоборот, любит. Я понимаю, я ее не воспринимаю как большую, крутую артистку, да не обидится ли на меня Дора. Вот, не знаю. Мне кажется, или она еще не раскрылась до конца, или она вот слишком простенькая. Но песенка была хорошая. Итак, значит, лучше тебя, пускай будет, значит, название. А было ли там что-то такое, какая-то изюминка? Мне кажется, нет. Ну, по смыслу на 8 баллов пускай. По атмосфере на 8 баллов. По музыке на 7 баллов. Вот. Ну, клип был, посмотрели, интересно. Кстати, точка в конце была поставлена, поэтому 8 баллов за клип. Итого у нас 32 балла. Делим на 4. Получается, 8 баллов получает Дора за эту песенку. Но я хочу сказать, что 8 баллов – это хорошо. Но вот я вот про что я и сказала, что как бы у Доры она еще вот или она не раскрылась до конца, или не раскроется, не знаю. Вот она где-то такая золотая серединка. Ну, знаете, иногда золотая серединка лучше, чем это быть на вершине пика и свалиться оттуда, или где-то там ползти внизу. Поэтому, друзья мои, дерзайте, достигайте своих вершин, тех, которые можете, и гордитесь своими заслугами. Всем пока!